Василий Шин встретился с новым руководителем компании «Газпрома» в Краснодарском крае. Они обсудили ход выполнения поручения президента Российской Федерации. Глава курорта отметил, что наиболее острым вопросом для тысячи анапчан остается газификация сел Суко и Варваровка. Символично, что именно с Анапы в крае стартовала программа догазификации в сентябре прошлого года. Сегодня наша общая задача – выполнить в срок все взятые на себя обязательства по исполнению программы, отметил глава «Газпрома». Общая задача – довести уровень газификации муниципалитета до 100%. Первым шагом в этом направлении станет актуализация схемы газоснабжения города-курорта. Я напоминаю, что партнер выпуска новостей – «Фермерский двор». Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104.